Всем привет! Сегодня начинаем видео поздно. С утра и днем ничего не снимала. Сейчас с Андреем мы пойдем погуляем. Сначала мы зайдем за мороженым. Дошли до мороженого, который можно делать шариками. Да. Синие. Все три шарика синие. Да. Можешь разные взять. А, два шарика синих и один этот. Арбузный? Да. Какой стаканчик тебе? Стаканчик. Можно еще вот такие стаканчики. Вот такое вот красивое мороженое. Три шарика. Галина Анатольевна, огромное вам спасибо за подарок. Спасибо большое. Мы заказали пиццу. Минут через 10 сделают. Вот такая вот красивая и вкусная пицца. Меня просили снять дорогу на море. Вот так она выглядит. Слева ларечки разные, магазинчики, а справа вот такой забор. И так почти до конца. Разные гостевые дома здесь еще расположены. А с этой стороны за забором Прометей клуб. Там большой отель или как он там называется. Различные товары здесь продают. Сланцы, тапки, кепки, футболки, приправы. Еда различная, ну, там рыба в основном, сладости, напитки, естественно, все дорого. Тут тоже есть массаж рыбками. Дорога занимает около 7 минут. Также столовые здесь с этой стороны. Это уже вот выход на пляж, на набережную. Здесь начинаются уже с двух сторон магазинчики. Прометей, видимо, заканчивает цикл. Набережная вот такая небольшая. Здесь столовый очаг. И здесь вот такая вот до конца пляжа Багратион набережная. Кстати, можно мне туда и сходить. Я там еще не была. Здесь находится пляж Багратион. Здесь вот такое здание. Это, по-моему, гостиница или что? Ресторан тут еще. И вот сейчас мы подойдем к памятнику шарику. Здесь разбомбили всю плитку, убрали. Пляж Багратион выглядит немножко недоделанным, хотя уже и лежаки стоят, и вот эти вот бунгало стоят. Но вот тут навалены вот эти вот камни бетонные. Сегодня шторм. Опять такие камушки навалены. Народу полно. Да, грязно. Давайте на реку сходим, что ли. Река обмелела. Ну, по крайней мере, в этой части. Там-то она вон течет достаточно быстро. Сейчас дойдем до устья. Здесь вода стоит вот в этом закуточке, и уже водоросли наросли. А там течение достаточно быстрое. Как будто бы даже глубоко, что ли. Красивые.
холодненькая вода. Солнце. Как будто бы теплее, чем в море было. А тут, получается, море встречается с рекой. Волна доходит и врезается в реку. Как интересно смотрится. Еще какие-то мошки летают. Я не помню, чтобы в том году какие-то мошки эти были. Комары были, а мошек не было. Так, готов. Проверим, какая температура в воде. Вот 24,5 градуса, 24,6. Сейчас можем еще и в море помериться. Опять сегодня шторм, а я уже сказала, по-моему. Ну, в воде, в море сразу чувствуется, что вода холоднее. Я не могу поглубже зайти, потому что тут берег сразу крутой. И камушки по ногам стучат. Будем считать, что 23,5 градуса. Вода прогревается. Вчера какая-то холодненькая была. Она набегает. Врезается в косу. На широкий экран поставила, чтобы больше видно было. В реке вода чистая, в море мутная. Что-то хочется мне в волны залезть, конечно. Хоть мутная вода, грязная. Люди купаются, дети даже купаются. Глаза светят. Я немножко поплавала. А меня, наверное, не слышно. В общем, немножко поплавала в волнах. Здорово. Волны вот такие. На себе качаю так приятно. На подушке было бы еще лучше, конечно. Здесь, кстати, море почти что песок. Но там под водой камни есть. Много. Вот если тут на самой кромке волны песочек, то там, когда заходишь, там большие камни. И вход пологий здесь. Идешь, все вокруг. Ёлка. Скоро закат. А теперь пойдем искупаемся в реке. Здесь я иду, поплюхаюсь чуть-чуть. Ой, все в водорослях. Скользко должно быть, аккуратно надо. Ну, тут даже ниже колена. Если только попу сесть. Для деток лягушатник. Даже плывут эти водоросли. Перемещаются. В общем, я перешла часть речки. Ой, а здесь вообще прям теплая вода. Странно. Там холодная. Наверное, 26.
27, наверное, даже градусов. Она вообще теплая. Ну, не поплаваешь. Чуть выше колена. И большое течение. Пляж из моря. Расценки. Короче, шезлонги с 8 до 12 500 рублей, с 16 до 20 500 рублей, день 700. Зонт с 8 до 12 400, день 600. Ракушка с 8 до 12 1500, с 16 до 20 1500, день 3000. Подарок, коктейль, вода. Бунгало уже видно так. Так что вот, знакомливайтесь. Шотки здесь стоят. Один с закрытыми глазками. Хотя у него там прозрачно. Красивые, черненькие. Можно потрогать, погладить. Души. Встретила одну кошку, у нее здесь водичка есть, насыпала ей корм сухого, потому что вода рядом у нее. Влажное оставлю для других, у кого водички нет. Кушай, кушай. У нее куколка маленькая, ешь, голодная. Тех кошек. Тут в этом переулке. Не знаю, как называется. Тормухов, что ли, или как? А, вот мы сейчас увидим. Нет, это, оказывается, улица Победы. Тут 12 написано. А, тут улица Говорова 4. В общем, перемешаны все улицы. Так, и пропустила. Ой, ты вот они, мои хорошие, сидят. Кушать будем? Красотоньки мои. А ты-то у вас нету, ведь надо вам водички принести. Кушать будем? Кички? Так, рыжий уже дает себя погладить. Сейчас я его еще положу. Ешь, ешь, давай, не бойся. Что-то у него морда вся в какой-то грязи, непонятно. Худющий такой. Кушай, кушай. По-моему, даже плешивенький чуть-чуть. Сейчас еще сухой положу. Ну и влажный еще положу. Сухой насыпаю. Еще по одному пакетику выдавила им. Иди кушай, наелся что ли, рыжий? Девочка кушает. Он, похоже, за ней ухаживает. Не отходит от нее. Иди, ешь, иди. У меня порвался пакетик в сумке. Давайте, ешьте. Чуть-чуть кое-что морды хорошие. Гитарист поет там. А я решила дойти до рыбного магазина, раз уж я на этой улице. Кошку покормила, все нормально.
Воды бы, конечно, им принесли. Завтра возьму, стараюсь. И надо тарелочки прикупить для воды одноразовые. Вот в этот магазин я шла. Он находится напротив Макбука Экстра по улице Колораж. Сразу такой запах вкусный, прям рыбный. Все очень вкусно выглядит. Рыбы очень всякой. Много. И сушеные, и соленые. И всякие закуски к пиву. Кто пьет пиво? Даже само пиво. Вообще. Даже такие маринады есть. У детей. Один вообще прям купается, мальчик. Это центр национальных культур. Площадь. Подсветка очень красивая. Певец пока отдыхает, но поет. На ужин Андрею сделала наггетсы в микроволновке. Такие вот они с сыром. Он сыр весь повылазил. А у меня будет форелька. Андрей такое не ест. Очень жаль, но вся рыбка достанется мне. Всем приятного аппетита, кто сейчас кушает. А с вами я буду прощаться. До следующего видео. Спасибо всем за просмотр, за лайки, за комментарии. Спасибо новым подписчикам, кто подписался. Вот такую луну вам еще засниму. Почти круглая, почти полная. По-моему, завтра полнолуние. Всем пока-пока.